Четвертая книга Моисея, числа, глава вторая. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семей своих. Пред скинию собрания вокруг должны ставить стан свой. С передней стороны, к востоку, ставят стан, знамя стана Иудина по ополчениям их, и начальник сынов Иуды Наасон, сын Аминадава, и воинство его, вошедших в исчисление его, 74 600. После него ставит стан колено Иссахарова, и начальник сынов Иссахара Нафанаил, сын Цуара, и воинство его, вошедших в исчисление его, 54 400. Далее ставит стан колено Завулона, и начальник сынов Завулона Елиав, сын Хилона, и воинство его, вошедших в исчисление его, 57 400. Всех вошедших в исчисление к стану Иуды 186 400 по ополчениям их. Первыми они должны отправляться. Знамя стана Рувимова к югу по ополчениям их, и начальник сынов Рувимовых Елицур, сын Шедеура, и воинство его, вошедших в исчисление его, 46 500. Подле него ставит стан колено Симеонова, и начальник сынов Симеона Шелумиил, сын Цуришаддая, и воинство его, вошедших в исчисление его, 59 300. Потом колено Гада, и начальник сынов Гада Елиасаф, сын Ригуила, и воинство его, вошедших в исчисление его, 45 650. Всех вошедших в исчисление к стану Рувима 151 450 по ополчениям их. Вторыми они должны отправляться. Когда пойдет скиния собрания, стан левитов будет в середине станов. Как стоят, так и должны идти, каждый на своем месте при знаменах своих. Знамя стана Ефремова по ополчениям их к западу, и начальник сынов Ефрема Елишама, сын Аммиуда, и воинство его, вошедших в исчисление его, 40 500. Подле него колено Манассиина, и начальник сынов Манассии Гамалиил, сын Педацура, и воинство его, вошедших в исчисление его, 32 200. Потом колено Вениамина, и начальник сынов Вениамина Авидан, сын Гедеония, и воинство его, вошедших в исчисление его, 35 400. Всех вошедших в исчисление к стану Ефрема 108 100 по ополчениям их. Третьими они должны отправляться. Знамя стана Данова к северу по ополчениям их, и начальник сынов Дана Ахиезер, сын Аммишаддая, и воинство его, вошедших в исчисление его, 62 700. Подле него ставит стан колено Асирова, и начальник сынов Асира Пагиил, сын Охрана, и воинство его, вошедших в исчисление его, 41 500. Далее колено Нефалима, и начальник сынов Нефалима Ахира, сын Енана, и воинство его, вошедших в исчисление его, 53 400. Всех вошедших в исчисление к стану Дана 157 600. Они должны идти последними при знаменах своих. Вот вошедшие в исчисление сыны Израиля по семействам их. Всех вошедших в исчисление в станах по ополчениям их 600
3550. А левиты не вошли в исчисление вместе с сынами Израиля, как повелел Господь Моисею. И сделали сыны Израилевы все, что повелел Господь Моисею. Так становились станами при знаменах своих, и так шли каждый по племенам своим, по семействам своим».